Островок на озере Нижнее Иваново или Иваново. Вчера поздно-поздно вечером в месте впадения каменной в озеро вот наловил несколько окушков. Как всегда, не обошлось без потерь. Один окунь оказался настолько жирной, что оборвал блесну. Вот сейчас надо будет почистить, порезать и пожарить. Все здесь какое-то неудобное, все каменное. Не пройти нормально, ничего другого не сделать. Окуней, конечно, лучше чистить сразу после того, как они только что уснули. А вот эти окуни, они провисели на дереве всю ночь и уже стали такими какие-то задубевшими. Чтобы при жарке окуни не изгибались, я их предпочитаю резать такими дольками примерно 1,5 сантиметра. Так, ну это надо было выкинуть. Ну, так это можно на сковородку класть. Я не буду держать форму. Примерно 1-1,5 сантиметра. Эта часть придется ее так лежа жарить. Вот так вот один окунек. Можно полоснуть и сложить в пакет продовольственный, чтобы пожарить либо сейчас, либо в обед. Вот после почти часа работы получилось где-то, ну, думаю, грамм 600-700 свежего окуньего мяса. Теперь его нужно посолить и разложить в пару пакетов, потому что за раз я это, конечно, не съем. Так, чтобы на утро, и часть там на обед останется. Так, соль тут мелкая, поэтому придется солить. Так, вот все это. Просолится, думаю, что не сильно много, иначе потом будет есть неприятно. Ну и так далее в таком.
Вот она, рыба сверху уже побелела, значит, она там уже поджарилась. Так она золотистая стала. С обратной стороны она жарится быстрее, потому что она почти готова уже. Только корочку нужно получить. Так, ну вот, теперь можно и вторую партию начать. Масло случайно брызнуло. Так, что тут получилось? Ничего так. Нормально. Суховато, конечно. На чипсы похоже.
Вот такие порезанные есть удобнее. Берешь и за костяшку с двух сторон. И все. Погода меняется. Солнышко скрылось. Это хорошо.
Прощай, островок на озере Нижнее Иваново. На этом заканчивается вторая часть похода до реки Каменной я дошел. И дальше идет уже третий этап похода на юг в озеро Пудос. То есть получается от Иван озера до Иван горы. Но сначала нужно будет преодолеть порог на выходе из озера. Да, прошел я некрасиво. В конце байдарку буквально заклинило на камнях. Там и узко, и мелко. Пришлось десантироваться из нее и сталкивать. Ну ладно. Сейчас нужно забрать бутылки, вон они лежат, которые я с собой таскать не стал. Идти дальше, стоять. Так, зачем-то они мне были нужны, ну точно уже не помню. Хотя с тем же успехом можно было оставить здесь и больше вещей. Стоянка. Надо посмотреть из любопытства.
Вот там застоянка. Опа. Баненька была. Спальня. Еще раз спальня. Еще спальня. Мощное кострище. Элементы благоустройства. Да. Что тут сказать? Тазик мелкий для рыбы дневного улова. Ну, пожалуй, все так нормально. Стояночка. Можно остановиться. Так, это что? А, это палатка. О, стойка от палатки. Неужели это такие ветра были? И вон еще валяется. Может, по пьяни упали на палатку? Снова озеро Бабье. Я снова иду по этим мелям, как в прошлый раз. Ну, неохота туда далеко куда-то огребать. Еще и против ветра, который периодически поднимается. Вот только я думал, что... Опа! Опять на бревно сел. По-моему, я на нем уже сидел 2 дня назад, даже застрял. Ладно, их два. Поехали. Поехали. Съедем справа. Смотреть воду. Бревен здесь много. Я думаю, что не буду останавливаться на озере Бабьем. А иду потихоньку к выходу. Туда дальше. Книжегубская. Сейчас вот пересеку. И там, где я встану, пообедаю. А потом буду идти дальше, где-то после линии электропередач. Там уже можно остановиться на ночевку. Так, кажется, последние мели. И там открытая вода. Тут камень. Сколько здесь всего под водой интересного. Бревна, ветки и камни. Так, ну что, пойду вон примерно туда, на тот берег. Это остров летающих медведей. Тут хорошо видно. Мишка вот вступил, потом вот в одно место. И вот здесь он в грязь. А дальше? Куда он делся-то? Тут кругом грязь, камней нету.
куда Мишка улетел. И дальше нигде следов не видать. Ау, Мишка. Винни-Пух, что ли? Вот я специально эту грязь обошел. И тоже нигде здесь следов Мишкиных не видать. Куда он делся? Может, он как-то назад отпрыгнул на камни, чтобы по грязи не лазить. Сегодня день какой-то не очень съемочный. С утра была облачность. При такой освещенности все какое-то такое плоское, однотонное. И вот только после полудня облака немножко разошлись. А я как раз вышел на самый край губы Капричнанда. Там дальше это уже Княжегубское водохранилище. Вот это последний островок, на котором мне нужно найти стоянку. Незанятую. Потому что иначе придется рулить туда-обратно в сторону Большого Петика. Так что идем смотреть в реальном времени стоянку, если она здесь есть. С самого начала чего-то ничего не заметно. Дров много, места мало. Может, здесь идут по стоянке. Опа! Ну, как обычно, стоянку видно издалека. Само место подсказывает. Стояночное. Так. Это низинка горбатая, палатку не поставить. Угу. И тут все горбатое. Тропинок натоптанных не видать. Значит, некому здесь было ходить. Полуострова обошел, ничего не нашел. Можно вот тут вот, в этих зарослях, пытаться встать. Ведь мне много-то не нужно. Кострище мне не нужно. У меня печка есть. Так, вот с этой стороны, ну, нет, все-таки камней много. В принципе, можно палаточку поставить. Где-то здесь вот что-то найти. Тут ветерок как раз, но солнце. Так. Вот здесь уже что-то... Какие-то наметки были. Кто-то пытался стоять. Вот где тут можно прикорнуть? И здесь может быть. Так. Я слегка натоптана. Да, здесь уже что-то отдаленно похоже на обеденную стоянку. Вот останавливался перекусить. Это хорошо, это мне не нужно. А вот место для палатки мне очень даже нужно. Так, а что там наверху? О, какие указатели есть. Написано Климов ОВ.
Наверное, Климов, потому что букву М здесь не видать. Что бы это значило? Вот стояла эта штука. Что-то обозначало. Может, какое-то рыболовное место обозначало? Рыбаки, они же свои участки тоже как-то маркируют. Ну что получается, куда мне можно палатку здесь пришпандорить? Вот в этой ямке можно встать. Ну, там горбата. Вот здесь вот. Или, может быть, вот здесь. Так, а здесь я помещусь. Ветер боковой будет. Ну, в принципе, можно где-то здесь расположиться. Не очень, так что уютно. Это даже вот здесь вот. А нет, здесь камни. Если поставить тент острием туда, чтобы не так сильно дуло, то палатка будет туда смотреть. И она будет расположена где-то вот здесь. Ну, тут бугор, здесь бугор. Мне негде расположиться. А вот здесь вот, если прямо на окраине. Во. Здесь уже чуть лучше. В принципе, вот прямо здесь вот можно поставить. Все комарье будет сдувать. Вот, теперь надо вернуться назад, по пути подумать, стоит ли здесь останавливаться или куда-нибудь дальше зарулить. Что-то мне уже грести не хочется. Время 5:00. Еще светло, не будет долго. Ну, здесь вряд ли найдется еще какое-то местечко. Здесь камни. Ведь, как правило, люди, прежде чем где-то остановиться, они тоже обходят остров кругом и выбирают самое удобное место. Наверняка это самое удобное место я только что и посмотрел. Так, ну вот и моя байдара. Может, далеко и не ходить, а вот прямо здесь вот встать. О! Мягко. И ветра нет. Тогда мошка наверняка ночью будет. Что же делать? Становиться где-то здесь или же все-таки зарулить вот туда? Когда я проходил, я помню, что там кто-то стоял. Вот за тем мысом. Так, в общем, этот остров я изучил. Можно зарулить туда. В крайнем случае можно вернуться. Так я, наверное, сделаю. Если ничего не найду, думаю, там будет не хуже. Вернуться всегда можно. Судя по всему, я остановился на Чаячьем острове. Вон они меня атакуют. Так, ну что ж, посмотрим для интереса. Что это здесь за островок такой? Раз ничего лучше найти не удалось. Ну что, есть более-менее травянистая поверхность. Живопись такая. Может, где-то здесь вот палатку притурнуть.
тут, например, или там чуть дальше. Чайки, они успокоятся, потому что птенцы у них уже слетели, уже летают. Они просто по привычке свой остров защищают. О, даже еще лучше, правда кривовато. Ну вот и все, царство. Нет, хорошо, конечно, быть царем-владельцем такого острова Буяна. Ну, наверное, все-таки что-то получше надо, более скромное, более от ветра защищенное, солнышко. Завтра утром выскочит солнышко в 4 утра, и все, куда денешься. Даже под тентом палатка так быстро нагревается, что долго там в ней не просидишь. Надо, чтобы тенек был. Ох, так что придется идти куда-то еще. Вон те вон острова попытаться. Вон на тот остров заглянуть. Ну, а потом уже на тот мыс и с той стороны мыса что-то искать. Вот еще один островок-кандидат на стоянку. Тут, конечно, менюки со всех сторон, но там в середке есть кусочек ельничка. Может, там в этом ельничке что-то найдется. Интимное местечко, со всех сторон закрытое. Так, что здесь есть? Вот что здесь есть. Так, шишка еловая попала в сапог. Да, тоже как-то все не очень. Ельничек на проверку оказался сосничком, но это не так уж важно. Так, пройти туда внутрь. Так, ага. Ух ты! Глянь, какое местечко-то. Никто здесь, кроме меня, не был. Вот. Это все дело убрать, камень вывернуть. И будет почти горизонтальная площадка. Может, тут даже удастся какую-нибудь рыбку поймать. Вроде как глубоко. А с той стороны... Так, а как это я поставлю-то? Если я палатку так поставлю, у меня для тента места уже не остается. Жалко. Ну, а здесь можно было бы какой-нибудь кухню устроить. Нет, к сожалению, как-то все не то. Так, а вон на том берегу виден какой-то песочек. А если песочек, то значит, что, наверное, можно разровнять, если это песок, конечно. Ну вот, поиск более-менее нормальной стоянки, место для стоянки, занял всего каких-то полтора часа. Вот я нашел такой мыс на каком-то острове V-образной формы. Правда, на соседнем мысу, вон там кто-то уже стоит, и стоит давно,
когда я шел в озеро Иваново, там палатку видно было. И до сих пор вон, хотя людей что-то не видать, где это все у меня. Нет, не здесь. Короче, вон там соседи. Ну, довольно далеко. И это такое вот местечко ветреное. Так что вот пришлось печку прятать. Ветрозащиту такую. А вот где-нибудь здесь вот я собираюсь ночевать. И травка более-менее так относительно ровная. Тент поставлю для защиты от ветра, и все будет хорошо. Вот, а завтра, о, куда вам через это пространство пилить вокруг и мимо этих островов. Ладно, сейчас нужно кофейку. Вот такой вот полдник. Кофе из кафе. Немножко казинаков осталось. Сейчас надо подкрепиться. И что, и тогда уже нормально становиться. Здесь типа столика сделано и пенек вместо табуретки. Дай кача еще. Казинаки аж из самого, самой Кандалакши. Сохранилось немножко.